Всем привет! Вы попали на канал Антон Профит, и сегодня вы будете удивлены, потому как это видео будет крайне полезно для всех обладателей Ledger, а также для тех, кто собирается купить данную чудо-вещь. Потому как помимо того, что вы сможете безопасно хранить свою криптовалюту на данном кошельке, вы сможете еще внутри самого кошелька продавать в нужный вам момент свою криптовалюту, фиксировать свою прибыль, а также покупать нужные вам токены, не дожидаясь момента, когда вы будете отправлять свою транзакцию на биржу для этих манипуляций, не дожидаясь того момента, когда биржа может в один прекрасный момент слить всю информацию о том, какие транзакции вы проводили, какая криптовалюта у вас была и в каком объеме вы все эти манипуляции осуществляли. Все происходит анонимно внутри самого кошелька и очень быстро. Поэтому, дружище, в это видео будет для тебя крайне полезным. Обязательно сразу же ставь лайк и подписывайся на канал. Если видео тебя разочарует, то в конце просто снимешь свой лайк и отпишешься. А я начинаю. Итак, в последнем обновлении Ledger внедрило в свой функционал внутрь Ledger Live функции обменника Paraswap. А что это для нас значит? То, что мы сможем с вами без проблем и в любую нужную нам с вами секунду безопасно, что самое главное, безопасно обменять свою криптовалюту на любую другую, что позволит нам зафиксировать прибыль, либо купить в нужный момент нам с вами нужный нам токен на каком-либо его проливе. Потому как обычно такие движения цен происходят молниеносно, и пока вы дождетесь, как допустим в моем случае было с биткоином, 11 марта 2020 года. Все, кто владеет криптовалютой до этого момента, помнят этот случай, когда за считанные часы вся криптовалюта просто улетела в ад, и биткоин с 8000 резко упал до 3800 на Binance, а на каких-то биржах эти цены достигали еще больших значений. Как действовал я в тот момент? Я отправлял свой биткоин, который у меня хранился на Ledger, на биржу Binance. Но обычно при таких движениях цен резких биржи бывают подвисают, их сервера перестают отвечать, потому как в такие моменты происходит большой приток пользователей на бирже, и в связи с этим биржи ограничивают какие-либо сервисы. Обычно это ввод и вывод криптовалюты. И, соответственно, пока я дождался, когда мой биткоин придет на биржу, чтобы зафиксировать убыток и минимизировать свои потери, планируя продать его приблизительно за 7200, в тот момент, когда биржа очнулась, и я мог продать свой биткоин, то он стоил уже меньше 4000. Соответственно, я не смог вовремя продать свою криптовалюту и не смог вовремя ее откупить. Я оставил этот биткоин и продолжил его холдить. Хотя я мог увеличить свой биткоин практически в два раза буквально за несколько часов, продав его по 8, откупив по 4. Сами понимаете, что здесь решает все время. Вторым ключевым фактором является безопасность. Помимо того, что вы во время отправки своей криптовалюты на какую-либо из бирж можете потерять всю свою криптовалюту, потому как существует очень много вирусов, допустим, вы при отправке биткоина на какую-либо из бирж копируете свой адрес кошелька, вставляете его сюда, а на самом деле, невнимательно и не проверив, не замечаете, что ваш кошелек подменил вирус, и в итоге вы вставляете кошелек не свой с биржи, а кошелек злоумышленника. И вся ваша криптовалюта уходит туда. Это один из видов вирусов, которые существуют, а их существуют сотни. Поэтому любая манипуляция, связанная с отправкой криптовалюты с вашего кошелька куда-нибудь, чревата потерей ваших средств. И поэтому для вас специальные ребята я записываю данное полезное видео, которое поможет вам избежать потери ваших средств в случае резких скачков курса криптовалюты, а также избежать потери ваших средств, если вы вдруг рассеянный и невнимательный человек и можете отправить криптовалюту не на свой кошелек, а на кошелек злоумышленника. Итак, что такое Paraswap и как мы сможем его использовать для наших с вами целей? Это DEX-агрегатор, который простым языком содержит в себе все известные нам с вами DEX-обменники, такие как Uniswap, SushiSwap, Balancer, Bancor, 0x и многие другие. И ваша криптовалюта всегда остается в безопасности при обмене благодаря аппаратам кошельку Ledger. То есть вы никуда и никогда не отправляете свою криптовалюту. Все происходит внутри самого кошелька. Вы продаете эфир, допустим, за USDT и фиксируете свою прибыль. И никто об этой транзакции, соответственно, тоже не будет знать и не предоставит ее куда-нибудь государству, которое сможет
сможет вас взять за одно место. Для использования данной функции, для того, чтобы она появилась внутри Ledger Live и на вашем кошельке, вам необходимо иметь версию 2.0 и выше для Nano S и 1.3.0 для Nano X. Вы сможете использовать данный функционал как внутри мобильного приложения Ledger Live на вашем смартфоне, так и на компьютере. И все это я вам сейчас покажу. Начнем с компьютера. Вы можете подключить свой Ledger Nano X либо Ledger Nano S к вашему Ledger Live на компьютере. Первым делом переходим на вкладку «Портфолио» и убеждаемся, что у нас нету каких-либо обновлений для Ledger Live, для самого программного обеспечения, стоящего на нашем компьютере. Как видите, в данный момент у меня оно есть, поэтому я нажимаю «Download Update» и жду, когда мой Ledger Live обновится. Вот в таких, ребята, условиях приходится записывать видео и страдать. Если у тебя такие же безумные соседи, обязательно ставь лайк. Если прошло минут 5 и ваше обновление вот в таком состоянии висит, вы просто закрываете свой Ledger Live и заново запускаете его. Уже после этого переходим во вкладку «Портфолио» и снова нажимаем «Download Update». При желании можете отключить антивирус и попробовать перезапустить данный процесс. Если все предыдущие рекомендации вам не помогли, то переходим на сайт ledger.com. Ссылку на данный сайт на всякий случай я вам оставлю в описании. Переходим в этот пункт, выбираем Ledger Live и нажимаем Download the App. Спускаемся чуть пониже и нажимаем Download Ledger Live App. Выбираем свою операционную систему, это у меня это Windows 10. Ждем, когда наш файл с вами загрузится. При данном обновлении все происходит быстро и без проблем, и загружается самая последняя версия, которая сейчас на данный момент существует. Открываем скачанный файл, оставляем стандартный путь установки и жмем «Установить». Нажимаем «Готово». И происходит запуск нашего Ledger Live. Вводим наш пароль от Ledger Live, нажимаем «Enter». Выскакивает окно, которое оповещает нас о том, что произошло в предпоследнем обновлении. Нажимаем «Продолжить». И, как видите, наша надпись о том, что у нас есть обновление, исчезла. И, как видите, теперь у нас все на русском языке. Кстати, если у вас нет на русском языке, вы должны включить экспериментальные функции и активировать два вот этих пункта. Далее зайти в первый пункт «Настроек». И вот здесь выбрать русский язык. По умолчанию у вас будет стоять английский. После этого ваш Ledger Live будет на русском языке. Далее мы должны обновить наш Ledger. Для этого переходим в диспетчер. В английской версии это будет называться менеджер. И наш кошелек в данный момент должен быть подключен к компьютеру. Как видите, теперь нам показывает, что у нас доступна обновленная версия прошивки для нашего Ledger Nano X. Как раз начиная именно с этой версии и которая будет выпускаться далее, данные функции, о которых я вам только что рассказывал, Paraswap, обмен и покупка криптовалюты, будут вам доступны. До этого, соответственно, мы обновляем наш кошелек. Жмем просто «Обновить прошивку». Ставим здесь галочку, потому что у вас есть эта фраза восстановления. Если, кстати, вы не знаете, как настроить правильно свой кошелек, как уберечь себя от потери криптовалюты, как купить данный кошелек, настоящий, а не поддельный, то на моем канале есть топовые инструкции, которые занимают первое место в поиске YouTube по запросу Ledger Nano S и Ledger Nano X. Ссылочку на них я также оставлю в описании, ну и увидите сейчас всплывающую подсказку справа вверху на вашем экране. Можете посмотреть и заценить. Итак, нажимаем «Продолжить». После того, как мы увидели данное окошко, листаем самое правое меню нашего кошелька правой кнопочкой и видим такую надпись, где подтверждаем наше обновление одновременным нажатием на две кнопки. Происходит установка прошивки моментально, буквально за 2 секунды, и происходит перезагрузка нашего устройства. Все, наша прошивка обновлена, и теперь мы должны переустановить обновленные приложения на наш кошелек. Для этого нажимаем кнопку «Переустановить приложение». Отключаем и снова подключаем наш кошелек к компьютеру. Теперь нас просят разрешить использовать Ledger Manager на устройстве, просто нажимаем две кнопки. На нашем кошельке автоматически происходит обновление и установка тех приложений, которые были на нашем кошельке до момента обновления. После того, как все наши приложения восстановились, мы на нашем экране увидим вот такую вот надпись. Приложения успешно установлены, теперь вы можете добавить свои счета.
можно закрыть это сообщение. Возвращаемся к главной нашей задаче. Это использование ParaSwap. После того, как вы осуществили обновление Ledger Lite и Ledger Nano X, теперь в менеджере, либо по русскому диспетчер, вы можете ввести ParaSwap. И, как видите, у нас появилась возможность установить данное приложение. Нажимаем «Установить». Теперь это приложение появилось на нашем кошельке. И теперь мы можем приступить к покупке, обмену и продаже криптовалюты. Для этого переходим во вкладку «Исследуй». И, как видим, вот здесь вкладочку ParaSwap. Нажимаем ParaSwap, и автоматически происходит подключение нашего эфировского кошелька, который позволяет нам покупать и продавать любую криптовалюту ERC-20, любые токены ERC-20, ну и также любые токены, обернутые в эфировскую оболочку, такие как биткоин и многие другие. Соответственно, наш кошелек и его адрес мы видим здесь. И если у вас несколько аккаунтов эфира создано внутри кошелька, вы сможете при нажатии выбрать свои аккаунты, с каких именно аккаунтов вы хотите покупать или какие именно финансы на этих кошельках вы хотите зафиксировать. У меня в данный момент один кошелек. Здесь сразу же показывается баланс моего эфира, всего 0,4 эфира. И на данный момент, ребята, на 20 июля 2021 года один эфир стоит 1731 доллар. Кстати, не так давно он достигал отметку 4500 долларов. Я помню, когда снимал свое видео первое по Ledger Nano S, мои 10 эфиров стоили в районе там 500-600 долларов, и ребята, которые смотрят видео сейчас, смеются над тем, как давно и какие классные цены на эфир были в тот момент. Поэтому обязательно пиши в комментариях, какой курс в данный момент на эфир, когда ты смотришь это видео. Все очень просто, ребята. Вертим окне, мы выбираем тот актив, который мы хотим продать в данный момент. Внизу мы выбираем тот актив, который мы хотим купить за верхний. То есть я в данный момент хочу продать свой эфир и зафиксировать, допустим, прибыль. Я буду продавать 0,2 эфира для теста и получу взамен 345 долларов. При этом заплачу комиссию всего 5,34 доллара. Нажимаем Swap. Нажимаем данную кнопочку, подтверждаем наш ордер. Далее нам предлагают выставить нашу комиссию. Есть пользовательская, то есть 0,04 эфира, который у меня стоит изначально. Это оптимально и быстро. Нажимаем продолжить. Далее нас просят обратиться к нашему устройству и подтвердить нашу транзакцию. Для этого нам нужно открыть ParaSwap на нашем кошельке. На кошельке мы видим такую надпись, и мы нажимаем одновременно две кнопки. Нам пишут, что наше приложение готово. На компьютере нам показывают, какой объем мы эфира обмениваем и какую комиссию при этом мы заплатим. И снова просят нажать кнопки. Если мы согласны, нажимаем эти две кнопки. Листаем вправо, пока не увидим такую надпись. Подтверждаем нашу транзакцию. Все, как видите, надпись «Транзакция отправлена». Наша транзакция находится в ожидании. Данная зеленая надпись сигнализирует нам о том, что наша транзакция полностью прошла. Данные вещи мы можем закрыть. Возвращаемся в наш портфель. Спускаем чуть пониже и видим, что у нас появился тезер USDT в количестве 344 штуки. Нажимаем на него и можем увидеть нашу транзакцию. Также мы сможем просмотреть весь маршрут наших токенов, как мы продавали свой эфир и через какие обменники все это происходило. Для этого нажимаем «Посмотреть в обозревателе блоков». И, пожалуйста, весь роутинг, весь маршрут наших токенов вы видите перед глазами. И ту сумму комиссии, которую в итоге мы с вами заплатили за нашу транзакцию. А это сущие копейки. Совсем недавно комиссии бывали и по 500 долларов. Ставь обязательно лайк, если ты помнишь эти моменты. Вот так вот, ребята, все легко и просто происходит. И давайте расскажу вам о паре фишек. Заходим снова в ParaSwap. Загружается наш обменник. Как видите, здесь криптовалюты показываются только те, которые у нас есть на кошельке. А внизу мы можем выбрать те, на что мы можем поменять. Здесь просто практически бесконечный список токенов ERC-20. Но, к сожалению, здесь нету тех токенов, которые только появляются. Допустим, такой токен, как SHIB INU, который я покупал приблизительно в апреле месяце по вот такой вот цене, который вырос в несколько тысяч раз буквально через 2-3 месяца, и я мог продать его за 20 с лишним тысяч долларов, а купив при этом его за 19,5 долларов, представляете, во сколько раз я смог заработать. Но, к сожалению, в тот момент все мои токены находились на бирже Gate,
которым приводило в тот момент техническое обслуживание. И после того, как она раздуплилась, все мои токены скатились в несколько раз, и я смог зафиксировать вместо 20,5 тысяч долларов всего 5,5 тысяч долларов. Да, это большущая прибыль, из 19 долларов получить 5,5 тысяч долларов, такие случаи бывают редки. Поэтому такие подобные обмены, которые у вас могут осуществляться внутри самого кошелька, где вы можете новые перспективные монетки покупать, да, а вот на вот таких мелких монетах вполне возможно сможете заработать. К сожалению, как я сказал, все это было на бирже. Если бы в тот момент такой функционал, которым я вам сейчас рассказываю, был доступен нам с вами внутри кошелька Ledger Nano X, было бы все замечательно. Именно внутри Ledger Live, а не каких-то сторонних сайтов, где вам нужно и необходимо подключать свой кошелек. Да, большинство экспертов сейчас скажут, что можно просто зайти на сайт ProSwap, выбрать Connect Wallet и подсоединить свой Ledger Nano X и также воспользоваться функционалом данного сайта. Но, ребята, поверьте, большинство найдет левый сайт ProSwap. Также происходит и с Юни, и с Ванинчем. В поисковике, когда вы ищете этот сайт, первые несколько сайтов, выдаваемые поисковиками, являются мошенническими. И когда вы подключаетесь к ним, вы теряете всю свою криптовалюту. Поэтому, ребята, когда функционал данный реализован внутри вашего кошелька, и вам не нужно ни на какой сайт заходить для этого, вы просто вошли в свой Ledger Live на своем смартфоне, либо на компьютере, и внутри все моментально поменяли за считанные секунды. Это, во-первых, быстро, и главное, это безопасно. К чему я все это веду, ребята? Такие токены, допустим, как SHIB, которые не сразу появляются на различных обменниках, они со временем туда добавляются, вы должны добавлять вручную. Сейчас я вам объясню, как это делать. Переходите на сайт CoinMarketCap, на всякий случай я вам оставлю ссылку в описании. Ищите вверху здесь поиск нужную вам монету, SHIB, допустим, INU, и ищите адрес смарт-контракта. Мы нашли с вами адрес контракта, копируем его. И хотим поменять, допустим, свой USDT, который у нас есть максимально, напишем SHIB. И как видите, у нас здесь его нету. Вот поэтому вот сюда вы вставляете свой адрес смарт-контракта, который мы только что скопировали. Выбираем пункт Past, у нас появляется SHIB. Здесь принимаем, что мы принимаем риски на себя, что этот токен новый и так далее. Нажимаем Import Custom Token. Все, теперь SHIB у нас есть в поиске. Выбираем SHIB. И можем покупать эти токены. Допустим, на 10 долларов мы сможем с вами сейчас купить 1 765 810 токенов. В данный момент делать я не буду, потому как у меня и так эти токены уже на халяву лежат. Я во много раз окупился и часть зафиксировал. Далее, для того, чтобы купить вам этот токен, вам нужно будет разблокировать ваш USDT. Вы можете разблокировать его навсегда, либо разблокировать только для этой транзакции. Я вам советую сразу использовать Unlock Permanently, чтобы вам больше не надо было платить данную комиссию. Это делается один раз, если вы выбираете тот пункт, который я сказал. Нажимаете продолжить. И после того, как вы разблокировали свои USDT, у вас здесь будет просто доступна кнопка Swap. Все, в будущем, когда вы за USDT что-либо будете покупать, вы просто будете жать кнопку Swap. И платить только комиссию за уже Swap. Вот так вот, ребята, все легко и просто происходит. Еще раз, допустим, мы захотели такой токен, как FEC. Он тоже в какой-то момент стрелял. У нас его в поиске не будет. Мы копируем адрес смарт-контракта, возвращаем Ledger Live, проверяем, что фега мы не можем купить себе, значит, мы удаляем название, вставляем адрес смарт-контракта, пожалуйста, теперь наш фег доступен, и мы можем его с вами спокойненько купить. И когда настанет момент фиксации вашей прибыли, вы также сможете свои токены в обратном порядке продавать. Захотели мы продать свой фег, нате вам, пожалуйста, все можно зафиксировать и не ждать каких-то бирж, которые позволят нам с вами это сделать. Мы фиксируем прибыль теперь с вами в нужный нам момент, в нужную нам секунду, и при этом безопасно, ничем не рискуя. Теперь давайте разберемся, ребята, как вы сможете сделать все это со своего смартфона. Если у вас Ledger Nano X, либо Ledger Nano S, который подсоединен к вашему смартфону путем OTG кабеля. Ledger Nano X я также использую через кабель. Такое соединение более удобное и беспроблемное, потому как по Bluetooth иногда бывают проблемы. Для этого мы переходим в Ledger Live на нашем смартфоне, переходим во вкладку Manage. Выбираем наш кошелек Ledger Nano X либо Ledger Nano S, переходим в поиск и вводим в поиске ParaSwap, если вы еще не установили данное приложение на ваш кошелек. Происходит установка ParaSwap, далее идем в трансфер, выбираем Swap и у нас появляется пункт ParaSwap. Выбираем его,
где в верхнем меню мы выбираем ту криптовалюту, которую мы хотим продать, а в нижнем меню выбираем ту криптовалюту, которую хотим купить. Подтверждаем нашу транзакцию, нажимаем Confirm Order. Выбираем размер комиссии и нажимаем кнопку Continue. Далее мы выбираем наше устройство и происходит подтверждение транзакции. Нажимаем две кнопки на нашем леджере. Все, наша транзакция осуществлена. Теперь, ребята, благодаря этому видео вы знаете намного больше, чем большинство пользователей Ledger, и всегда сможете фиксировать в нужный момент свою криптовалюту и покупать нужные вам токены прямо внутри своего кошелька Ledger. Поэтому, ребята, обязательно должны поставить лайк данному видео и подписаться на мой канал, потому как на данном канале выходит только полезный контент, только тот контент, который просветляет вас в сфере криптовалюты. Делитесь данным видосом с друзьями, раскидывайте по телеграм-каналам, ставьте лайк. С вами был Антон Профит. Всем удачи, всем пока.